Зима. Это то самое время, когда ты можешь поиграть в снежки, покататься на санках и отметить Новый год, который наступит уже завтра. Ну, или уже наступил. И пока мы летим на санках, ты можешь успеть кликнуть на лайк. У тебя еще есть время. Угу. И да, поздравляю всех с наступающим, а может быть уже и с прошедшим Новым годом. Кто его знает, когда вы запустите этот видосик. Ну, и я надеюсь, мы наберем 15 тысяч чизеров в честь Нового года. Вы поднимете мне настроение, а я подниму вам. Всем приятного просмотра! Оу, вау! На сервере 450 слотов и маленькая карта. Нам сюда? Пахнет контентом. Вам же спавн возле космодрома? Чего? Что это за дом? Hello? Hello, my friend. Oh, nice! You have so beautiful rock, my friend. Give me rock, please. I need this rock. Nice. Wow, this is so beautiful, man. Мне бы что-то отсюда выбить интересное. Но тут ни одной бочки нет. Хотя бы пару чирок, меня бы это спасло реально. О, сейчас мы себе лук скрафтим, ух. Чувак, ты не знаешь, на кого ты нарвался. А я тебе говорил. Я бы на самом деле построил какую-то ловушку, но что для нее надо? Гантрап. А гантрап я могу найти на аутпосту, а он... Блин, оно в зиме. Арбалет. Это знак? Теперь моя очередь. Так, у меня есть кирка и топор. Мы можем где-то отстроить дом. А где бы я отстроил дом? Правильно, возле космодрома. Вот тут ловушку какую-нибудь построил. И немного побегав по карте, я нашел домик. Ха, люблю постановы. Шикарный дом. Сейчас мы еще и камеру вот сюда поставим. И спалку эту вырубим. 90 скрапа я засейвил. Отлично. Это что, мой китайский брат, что ли, встретился? Нима. What? What? Are you Terminator, man? О. Подарочки мне сейчас пригодятся. Я вот что думаю, что лучше, пайп поставить или пайп потратить? Пайп можно, в принципе, с подарков выбить. Найс, вернулся, братик. One shot, one kill. Тут нет гантрапов? А там есть.
Я попал, он в башку он выжил. Так, бомжи мне особо не нужны. Цельс. Пли. Ушел. I killed the camper, man. I see you. Тут, наверное, вообще весело. Может, мне тут домик отстроить где-то? А ведь это хорошая идея. Да ты шо? Куда не пойдешь, везде миллион домов. Лови. Жесть! Тут в одном квадрате 500 домов стоит. Офигеть, я дом построил топовый. Там какая-то лютая война идет. China number one. Happy New Year, my friend. Nice, мне дерево выпало. И пока я отходил делать себе чаек, меня начали рейдить какие-то бомжары с ИОК. Найс, зарейдили меня, конечно, пацанчики. Ну, бывает. Что ты там лутаешь? Алло, Василий. А, Василиса, кек! Реально Василий? Почему все так? Ну почему так, блядь? Ну почему? Почему? Почему так у нас все? Почему? Потому что ты днище! Почему? Потому что ты днище! Кибиточку свою еле как я смог отбить. Я понимал, что меня скоро зарейдят, и мне нужно было подфермить ресурсов. Но чтоб вы понимали, при таком онлайне найти ресурсы было просто невозможно. Плюс МПшка.
На этом сервере происходит какая-то жесть. Чтоб вы понимали, я вообще не могу найти камень. Где камень? Камины. Камушек. О, нашел. Но мне надо еще немного. Телефон. И хороший топор. Текаем отсюда, пока меня тут не пришили. Фух, хоть немного дом обустроил свой, реально. Жесть. Hello? What do you need, man? Йоинк? Очевидно, мне нужна металл-дверь. Где мне ее раздобыть? Что мне такое переработать? Зеленый ящик? Я вовремя сюда попал? А, это челик с ревиком откис. Чайный стол. Вкусно. Там Томик стреляет. Ну-ка, и где этот персик? Ой, их двое. Я, пожалуй, текаю отсюда. Ой, он уже с берданочкой сел. Ля, какой сильный. Офигеть, не зря. Жесть какая-то. Играю на фуловом сервере, так страшно к дому моему подходить. Шприцы выбили, все выбили, вообще пушка. Понял, там их трое. Я взял с собой МП-5 и решил вернуться к их домику. Easy stuff, man. Suck my penis, bitch. Жесть, вот это, конечно, замесы тут на этом сервере. Просто ад адски. Так, сколько мне скрапа надо, чтобы купить 150 скрапа на гантрап? Если это схватить сейчас и донести, то будет вообще бомба. Мне нужен был гантрап, чтобы осуществить мой план, ловушку. И я побежал на аутпост его покупать, и по пути заглянул на Waterplant. Гантрап? Вы серьезно? Теперь остается узнать, какой верстак нужен на гантрап. Что это такое? А, это чтобы трейдиться, нифига себе прошаренные ребята. Переработав все свои ненужные компоненты, я изучил гантрап и мог отправляться домой.
О, Казиныч, привет. Ну, пожалуйста, я верю в тебя. Чё? Ты рофлишь? Я поставил на всё? И выпало красное? Я понял, спасибо, Раст. И зная то, что я могу поставить гантрапчики и сделать свою ловушку, я начал обустраивать свой дом. Ого. Генератор выпал. О, сейчас я большой подарок соберу. 60 МВК. Вот это поворот. Есть! Первый клиент. Готов, персик. Он же был? Да. Надо почистить за собой следы. Вставай, Ержан, на работу пора. На моем супермаркете постоянно шла война. Но мне нужны были их ресурсики. Нифига себе, тут война идет за супермаркет. Чего? Подожди, мне показалось? Или там 2000 металла, 30 труб и 30 пружин? 30 пружин? Что? И 16 еще шестеренок. Челик меня снежком просто забил. Понимаю. У меня сломалась МПшка, и я решил вернуться туда снова. Так, я, пожалуй, домой. Оружия у меня дома не так много, как хотелось бы. Ха-ха, fucking moron, pussy. Pussy. Fucking bot. Блин, я не хотел тебя убивать, братик.
Бомжары вычислили, где я живу. И на протяжении 2 часов я пытался от них отбиться. Оружие на землю. Дерево и ресурсы на землю. Эй, ты чё, офигел что ли? Иди сюда. Ты хочешь драки? Нет, я понял, всё, сдаюсь. Держи. О, вот это по-нашему. Да ладно, не буду я тебя убивать, я добрый самаритянин. Чао, персик, дозревай, как говорится. Постреляли с калаша, теперь калаш мой. Ловушка не работает, но тактика от Димаса работала всегда. Тип однозначно считает себя самым умным, сидя там наверху. Но он не знает, что я его вижу, и я знаю, где он сидит. Сколько типов он уже убил, просто забейте. Это работает только на дураках, чувак. Кирка! Сейвим! Срочно сейвим! Чтобы апгрейдить мою ловушку, мне нужен был камень. И я побежал фермить под топовое музлишко. Зарусь! Я на танцполе взорвусь! Зарусь! Я на танцполе взорвусь! Димас, тебе этот калаш не нужен. Доверься мне. Ты хочешь построить себе ловушку, а для этого тебе нужен камень. А если ты пойдешь на калаш, ты можешь умереть. Моя прелесть. У них есть моя прелесть. Убивать калашистов я не стал. Их всего было 6, и я решил их пощадить. На самом деле, самая важная цель для меня это было нафермить камень. Ведь при таком онлайне это сделать было практически невозможно. А также все на этом же супермаркете и под моим домом происходила постоянно какая-то дичь. О, найс лут. Можешь все забрать, только подними. Братик, на какую кнопку поднимать? Что-то мне твой голос чизи напоминает. Не может такого быть. Беги за мной быстрее, за мной беги. Сюда можно запрыгивать. Смотри, что у меня есть. На, еще конфетку тебе. Можешь полезать. Да, уже прямо сейчас. Hello, naked? Do you need base? Okay, bro, follow me. I give you my base. Don't worry, this is not trap. Come. С каждой минутой возле моего домика появлялись новые соседи, и мне приходилось с ними разбираться. Поближе подойдем. Откис. Ты жив? Не, я вот лежу. Слева вышел. Он тоже ушел отдыхать.
Кстати, у меня вот еще что есть. Я только заметил, что у меня косарь пороха во мне. Надо домой отнести. Подраконив своих соседей, я начал обустраивать свою ловушечку. Провод мне нужен и вот эта штука по-любому. А, наверное, два таких надо. Я знаю, как привлекать внимание людей. Hey, man! Тебе нужен металл? Вон, печки плавятся. Блин, тест прошел успешно. Please, no! No! Блин, кто на такое ведется? Боже мой! О-о! Кажется, еще один в мир. Так, хорошо. Поехали дальше. Not deep my base, fucking idiot. Пока. Под домом у меня начался полнейший хаос. Они пытались вернуться и откомбачить то, что потеряли. Ого, тут калашист какой-то. Ха-ха! Его походу убило. Блин, у меня КД 3 минуты. Я надеюсь, он себя сейчас не залутает. Моя ловушечка приносила свою прибыль. Я забил все свои ящики ресурсами. Отбившись от нашествия бомжей, я вышел с сервера. И зашел только на следующий день. А зашел я на сервер, чтобы отдать мой домик первому попавшемуся бомжику. Стой, сюда не заходи пока. Там гантрапа. Я не буду. Все, прыгай сюда наверх. Стой. Что-то я боюсь. Тут нет гантрапов, может, нет. Я не буду ничего брать. Бля, нормально у тебя. Откуда? Тут всего помаленьку, я тут типов навыбивал. Авторизуйся в шкафу. О, спасибо. Потом... А что ты так? Вот эту дверь забери тоже. И эту дверь забери. Да все, я уже... А что ты так? Наигрался. Ну и от себя я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего и спасибо, что вы остаетесь со мной. Надеюсь, этот ролик вам поднял настроение. Ну и я не знаю, что вам еще сказать, поэтому буду просто сидеть, говорить, чтобы растянуть таймлайн, чтобы ролик у меня был 30 минут, и вы не подумали, что ролик у меня коротенький. Но вы меня поняли, да? И на самом деле, спасибо всем огромное, что вы остаетесь со мной столь долгое время. Время, и я рад каждому из вас. А еще я добавляю ВК в Дискорде. Так вот, насчет ВК, вы кидаете заявочку, я принимаю, вы можете мне что-нибудь написать, а еще там проходит розыгрыш, не забывайте об этом. Все, желаю вам новогоднего настроения. Всем пока!